Как говорят у нас в Челябинске, это местный мавзолей Владимира Ильича Ленина. Сейчас поподробнее здесь все отснимаю. Памятник Ленину сооружен в 1925 году на средства трудящихся города Челябинска. Вот такие вот ступени с двух сторон. Иногда отсюда произносят всякие торжественные праздничные речи. Вот вид на алое поле. Вождь с пионерами, героями. Там церковь Александра Невского. Достраивают что-то. Сажают цветочки.